Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и Жека. Добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня мы будем продолжать нашу рубрику «Импровизация в Майнкрафте». И да-да-да, ребята, всем привет и спасибо. Спасибо, всем спасибо за овации, спасибо. В общем, ребята, спасибо вам большое, что вы ставите столько много лайков под нашими сериями «Импровизация». Только благодаря вам мы выпускаем эту серию. А да, ребята, и это, в принципе, еще не все. Мы быстренько хотели вам сказать то, что в связи с тем, то, что мы с Жекой переехали в Питер, 14-15 июля мы пойдем на ВК-фест. Мне кажется, то, что все знают, что это такое, поэтому если вы хотите с нами встретиться, и не только с нами, а с другими блогерами тоже, то обязательно приходите на это мероприятие, мы вас будем там ждать. И да, ребята, это еще не все. Мы решили полностью с Эдисоном изменить концепцию рубрики «Импровизация». И в сегодняшней серии у нас даже будет небольшой челлендж. И в сегодняшней серии, ребята, мы будем импровизировать не только в Майнкрафте, но и в реальной жизни. Мы будем приходить друг к другу в комнаты и выполнять небольшой челлендж. Какой? Мне кажется, это очень сложно объяснить, поэтому вы все увидите, когда мы начнем саму серию и начнем саму импровизацию. А также наше видео будет разделено на две небольшие части. Так что, ребята, посмотрите каждое из наших видео, чтобы посмотреть видео целиком. Вот так вот, да, Эдис? А, да, поэтому, Евгений, мне кажется, надо начинать. Да, погнали! В общем, ребята, да, это для вас очень необычная серия, но... Что мы будем сегодня делать? Я поставил на Жеки какую-то миниатюру. Он сейчас ни хрена не слышит, потому что он в наушниках. То есть он включил музыку, и Жека вообще не понимает, что я сейчас говорю. Ну просто он говна кусок. Да, Жека? Да? Ну да. Что? Он это не отрицает. Поэтому я построил для Жеки сценку. Какую? Жека у нас будет ютубером, который пришел в Google Office, нарисовал писюн, и ему за это заблочили канал. Но это было в реальной жизни, только до блокировки канала это еще не дошло. Дело. В общем, и Жеке нужно догадаться, кто он, что он наделал, куда пришел и что ему за это грозит. Вся суть импровизации, то, что он ни хрена не понимает, я должен ему объяснять руками или в Майнкрафте. Поэтому, Жека, вперед, давай. Я захожу. Да, Жека заходит. Жека должен понять, кто он такой, куда он пришел, что он делает. Ты понимаешь? Вот. Компьютер, видишь, компьютер. Уточка. Нет, дебила, кусок, компьютер. Компьютер. Играю на компьютере. Ну, пианино. Не играю. Работаю за компом. Нет, дебил. Не... Да, компьютер. Вот, компьютер. В общем. А, я работаю на компьютерами. Да, молодец. Хорошо, я понял. Ты, как сказать, ты записываешь видосы. Тут бардак. Нет, ты ютубер, ты записываешь видосы. Компьютер, компьютер. Ага, ну компьютер. Компьютер, да, запомни, компьютер. Я работаю за компьютером. Да. Да, я играю за... Да, ты играешь за компьютером. Кто ты такой? Ты ютубер, ты записываешь видосы. Типа, как делишки, ребятишки, с вами задавайте. Ты ютубер. Я ничего не понимаю. Подожди. Я не работаю за компьютером. Работа! Нет! Я работаю, но не работаю. Ну, ютубер, можно сказать. Так, нет! Вот компьютер, видишь компьютер? Сейчас, подожди, другую музыку включу, подожди. Давай. Все нормально, ты меня не слышишь. Я тебя не слышу. Ой, ёханый бабай. Тут я работаю за компьютером. Да. Тут есть уточка. Нет, уточка ни при чем. Компьютер. Уточка не важна. Уточка не важна, вот. Ага. Просто компьютер. Я играю за компом. Да, ты играешь за компом. Ты записывай. Я записываю. Ты записывай. Записываю. Да, ты записывай. Я записываю видосы. Да. Компа. Ты ютубер. В доме. В дурдоме. Ты ютубер. Подожди. Ты? Я. Компьютер. Я играю на компьютере. Да. Записываю ты... видосы. Да. Кто ты такой? Но. Говно! Ты не понимаешь, что она меня хочет. Остановись на том. Ты? Я. Компьютер. Играю на компьютере. Записываешь видосы. Типа... А ты для каракуха хорош! Записываю видосы. Да. Кто ты такой? Одно. Один видос. Плюс одно. Кто ты такой? Много видосов. У меня много человек.
Кто ты? Много человек. Кто ты? Кто ты? Кто ты? Видеоблогер! Да! Ты ведь... Да, да, да! Хорошо. С первой задачей я справился, ребят. Окей, я видеоблогер, записываю видео. Да. Да. Следующая сценка. Куда ты пришел? Я ничего не слышу, я просто иду. Что это? Это компьютерный клуб. Нет, дальше, дальше, думай дальше. Это хата, на которой записывают видосы. Нет, это YouTube офис. Это наша хата. Нет, у нас не такая хата. Это YouTube офис. Это офис. Офис, офис, да. Какой? Какой? Большой офис. Ясно, конечно, что большой. Google офис. Google офис, да. Так, ага. Ты ютубер. Ютубер. Я. Ютубер. Видеоблогер. Вспомни! Назад! Обмотай назад! Я босс! Молокосос, нет. Ты ютубер! Что было 2 минуты назад? Кто такой? Ютубер в Google офисе. Я ничего не понимаю, что ты говоришь. Вообще ничего. Подожди, музыка, музыка, музыка. Это, ребят, ага. это не так просто, как кажется. Вот, Google офис. Это офис, Google офис. Да, я тут записываю видосы, я видеоблогер. Ты сюда пришел. Типа, тук-тук, тук-тук-тук, я Евгений, я в Google офисе. Я в гости пришел. Да, да, да. То есть я видеоблогер, который пришел стримить, типа, сюда, да? Да. И это, ребята, реальные события. Жека пришел в Google офис, нарисовал там писюн. Я ничего не... Ты мне говоришь? Не-не-не-не-не. Вот, это реальные события, то есть все построено на реальные события. В другую! Разворачивайся. Да, да, да. Прям сюда? Да, да, да. Сюда? Да, да, да. Я правильно, ага, иду. И сюда. Сюда? Да. Вот. В картине есть проход. Нет. Вот. Вот, это картина. Ага, картина. Эту картину... Подожди. Эту картину... Эту картину... Нарисовал ты. Это там я. Нет, это ты нарисовал... А, я рисую картины. Да, да. Я еще и видеоблогер, и рисую картины. Ну, это нельзя назвать картиной. Ты нарисовал на этой картине... Взял факт, мне показал вообще хрень из чего. Ну, ты член нарисовал. Ну, пипипунчик нарисовал. Я писюном рисую? Нет. Ты нарисовал... А, это мой писюн. Что ты от меня хочешь? Ты нарисовал? Я нарисовал писюн. Да, да. Нет, а я нарисовал писюн. Писюн, писюн. Все, хорошо. А, я да, такое было, да. Вот, я же говорил, реальные события. И сейчас Жеке забанит канал, потому что, ну, нельзя в Google офисе. И все, тебе. Мне хана. Да. Какая? Это все? Тебе хана. Ну, то есть, тебе забанит канал, все. Типа, все, Жеке капут. Все, это все. Нет! Ты. Я. Меня. Ты закроют. Ты, посадят. Да, ты типа видео. Выгонят! Нет, ты пойдешь, типа, будешь бомжом заметать улицы, мусор собирать и выкидывать. Типа, ты видеоблогер, да? Ты видеоблогер, типа. Меня выкинут. Я Евгений, типа. Меня уволят! Ты Евгений нарисовал писюн, и ты типа больше никто, ты сейчас улицы будешь подметать. Тебя забанят. Они сейчас танцуют тут, непонятно. Я танцую, я танцор. Твою-то мать. Тебе канал забанят. Так, музыка, подожди, подожди, подожди. Ага. Ой, сейчас вообще капец. Ты нарисовал писюн. Ага, я нарисовал писюн. Да, да. Меня закрыли. Да, забанили. Типа бан. Все, все, хана. Уволили, я перестал быть видеоблогером. Бан! Банан! Меня забанили. Да, да, все. Все, ты нарисовал. Это все? Все, снимай. Иди ты в жопу, я ничего, типа я вообще ни хрена не понимаю. Это так оказалось сложно, что просто жесть. В общем, ребята, если вам понравилась данная рубрика, то обязательно ставьте лайк на оба наших видоса, потому что я ходил к Жеке, Жека ходил ко мне, это абсолютно два разных видоса. Если вы хотите продолжение данной рубрики, мы очень надеемся, что она вам понравилась, обязательно ставьте лайки, давайте наберем как можно больше лайков, мы обязательно выпустим следующую серию. И да, ребята, не забывайте также комментировать, писать свою точку зрения, понравилось вам или нет. Мы очень старались, такого реально еще ни у кого не было. Вот мы прям первооткрыватели. Поэтому... Обязательно лайк, обязательно подписка, обязательно коммент. Мы с вами прощаемся, но надеемся, что встретимся в следующей серии как можно быстрее. До свидания.
Давай, говори, кто ты, ну, ну я что? Я не зоофил. А, ну, только... А, нет! Нюшки. Свинюшка. Видишь, свинюшек, да, видишь свинюшек? Мы шашлык с нее будем делать. Ну, почти, да. Иди, иди. Я убиваю животных. Да, ты вот так ее хрен. Да, я их хрен. Вот, сюда иди. Я с Гринписа, я выпускаю животных на свободу. Ребят, на самом деле, он этих животных хоронит, а потом с ними-то... Я лыжник.